поздно ночью, за закатом, или утром, на рассвете, не сказав друзьям и близким, мы достанем чемодан. И в забытую деревню, ткнув на карте, мы уедем или уплывем на лодке в самый тихий океан. Это не путь, как многие думают, что вот выложила стихотворение в интернет и проснулась сразу известным человеком. Нет, это был долгий путь, маленькие площадки. Ездила из города в город в плацкартном вагоне, выступала в подвальных клубах. Но это было прекрасное время, которое я вспоминаю с большим теплом, потому что я тогда и на такое рассчитывать не могла.